Елки уже продают в торговой точке по улице Чичерина. Традиционно первый елочный базар открывается именно здесь. Эти лесные красавицы преодолели 600 километров, прежде чем попасть в Уссурийск. Заготовка ели ведется на севере Приморского края. И в этом году везут деревья лучшего качества. Предыдущие два года был очень низкий температурный фон, поэтому елку в естественных условиях упаковать было невозможно. И заготовители, прежде чем сделать обвязочку, отогревали эту елку, соответственно, она получала термоудар. И ее срок, скажем так, естественного состояния, пока она не осыпется, составлял не более 2 недель. Эти красавицы до самого февраля будут радовать уссурийцев. В продаже есть и пихты, и елки. Отличаются они по жесткости хвои и по запаху. Пихтовые деревья намного ароматнее. Здесь только верхушки многолетних деревьев. Основной ствол идет в строительство. Макушка как украшение на Новый год в дома людей. Вот и даже шишка есть. Цены на елки по сравнению с прошлым годом выросли. 1 метр новогодней красавицы обойдется в 1000 рублей. Чем выше, тем дороже. Наплыв покупателей специалисты прогнозируют на последнюю неделю декабря. Люди начинают проявлять интерес после 25 числа. Ну, как правило, к этому времени остается товар уже, ну, скажем так, не самого лучшего качества. То есть в первые дни люди стараются выбрать все самое красивое. На воскресенье намечено официальное открытие елочных базаров. Под эту торговлю отведено 46 точек по всему Уссурийску. Основная часть торгующих у нас размещена в центральной части города. Также на всех прилегающих территориях, к торговым центрам, торговым комплексам. Для удобства горожан мы организовали торговлю практически во всех микрорайонах. У нас будет и на 5-м километре торговля, в районе Междуречья. Магазин «Семь ветров» – это район «Семи ветров», на железнодорожной Слободе. Только один из предпринимателей, реализующий елки, доставит в Уссурийск 3000 деревьев. Это чуть больше половины от требуемого количества. В этом году обещают партию зеленых красавиц и из центра страны. Оттуда везут именно елку. Цена и качество пока неизвестны. Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов, Телемикс.